Здобув ступінь магістра Росії. Майами Інтернаціональ. This is WRMO, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA. Contact us at info@wrmi.net. Visit us on the web at www.wrmi.net. Vous écoutez la radio pour la paix internationale. You're listening to Radio for Peace International. Escuchas la radio por la paz internacional. Sie hören Radio für internationalen Frieden. Ascolti la radio per la pace internazionale. Критики говорят, что в авторитарной стране невозможно доверять опросам общественного мнения. Люди будут бояться отвечать искренне. Так либеральный Левада-центр оценил поддержку действий российских вооруженных сил в Украине за апрель 74%. По сравнению с мартом эта поддержка незначительно снизилась. Заместитель главного редактора «Новой газеты» Кирилл Мартынов написал об угрозах убийством, которые он получил от одноклассника. «В России сейчас обстановка гражданской войны», — уверен Мартынов. «Я являюсь автором фильма «Путин. Крестный отец», показанного в 10 европейских стран в 2018 году. Он включает известные эпизоды карьеры Путина, такие как кража ресурсов и бюджетных денег в Петербурге в 90-е, когда он был заместителем мэра, а также строительство им дворца на Черном море. Последний эпизод наиболее знаменит благодаря фильму блогера Алексея Навального. Как минимум один из участников моего фильма «Путин. Крестный отец», имеющий непосредственное отношение к расследованию миллиардной коррупции Путина, заявил мне, что полностью поддерживает спецоперацию и больше критиковать Путина не намерен. Еще один активист, обличавший дворец Путина, сломался уже в 2014 году. Он заявил мне, что одобряет решение Путина о присоединении Крыма и больше фильмов не участвует. Ну, в конце концов, от Крыма этот дворец под Геленджиком действительно близко. Возможно, все дело в этом. Это ирония. Все эти маленькие примеры все вместе говорят об эффективной мобилизации населения Путина. Чего добилась эта мобилизация?